«Динамо Минск», «Акбарс Казань». В текущем сезоне встречи этих соперников складываются результативно, а значит, интерес болельщиков к противостояниям Минска и Казани вполне оправдан. Порядка 13 тысяч болельщиков следили за игрой 4 января с трибун Минск-арены. Симпатизирующих Акбарсу было, конечно, гораздо меньше, но главное, что они тоже были на трибунах минского 16-тысячника. И начиналась та игра для Акбарса, скажем так, не по тренерскому плану. В первой же смене Джастин Азеведо цепляет соперника клюшкой и едет на штрафскамейку. Минск, естественно, едет к воротам Акбарса и забрасывает в численном большинстве. Это была первая шайба Станислава Галимова, которую он пропустил за Акбарс в сезоне 2015-2016 годов. Обидно, конечно, но уж на зависть точным получился бросок у белорусского защитника-легионера. Бросок из разряда редко берущихся. Сложно сказать, как пошла бы игра дальше, но в составе Акбарса нашелся свой защитник-снайпер. Альберт Ярулин выстрелил неожиданно для кипера в ближний угол. И вскоре попал в объятия партнеров. Партнеров, которые были благодарны за результативную смелость товарища. И 5 минут не прошло, с начала первого периода на табло уже 1-1. И это были не последние шайбы в матче. Далее лучшие моменты игры в хронологической последовательности, да еще и с музыкальным сопровождением.
Кочки, а вот сколько? Есть первая победа в только что наступившем 2016 году. Начинать год с победы – хорошая примета. Лучшим в составе Акбарса в тот вечер был признан Василий Токранов. За ним отправляемся в раздевалку победителей, но предельная усталость лучшего игрока встречи стала причиной отказа от интервью. Понимаем. В следующий раз, Василий. А пока послушаем других героев. Джастин Азиведа, например, сказал, что доволен своей игрой, игрой команды. Правда, первый период немножко подпортил общую картину. Но главное, что победили, сказал Азиведа. Защитникам забивать, по-моему, стало уже традицией в казанском Акбарсе. И забивать такие голы. Вспомни эту ситуацию, ты бросал поворотом или как? Ну, конечно, поворотом бросал. Что, взял? Бросал. А такие заходят? Как видишь, заходят. Дырочка нашла. Шайба нашла дырочку, так сказать. Ну, очень непростая игра. Очень непростая игра. После Нового года тяжеловато было. Все ребята молодцы. Играли изо всех сил. Ну, сейчас, если даже посмотреть, все выжатые, как лима. Тяжеловато было. Ну, сейчас наберем форму снова и попрем закупку. Удачи. Спасибо. Артем, силы есть отвечать на вопрос? Да, есть, конечно. Маленько отдохнули, съездили домой. Эмоции. Картошечки набрал? Да нет, просто отдохнул, на эмоции набрался маленько. Ну, наконец-то забил. Может, черные полоса позади. Вот эти эмоции от этой шайбы. Все-таки после Нового года первая игра, победили, так здорово с ним сыграли. И публика такая хорошая здесь была, очень много народу было. Не ожидал, что битком будет. Очень, ну, позитивно. Все равно так маленько усталость, но я думаю, выйдем из раздевалки. Веселее намного станет. Но очень непросто было в конце второго и в третьем периоде все так было туда-сюда. Очень хорошая команда. Довольно-таки имена такие, мастера, как бы, мастера видеть команды, наверное, чем у нас даже. И я думаю, за счет старания, отдач мы перебороли мастерство. И... А что там, что делать? Не так видно. Успех остался за нами. Удачи в дальнейшем. Спасибо. Я бы туда играл.